Рада приветствовать вас на канале о вязании крючком и спицами Натальи Мастер. С вами, как всегда, Наташа. Мой канал – это сотни мастер-классов. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, а также подписывайтесь на мой второй канал – Инстаграм, два магазина, один из них во ВКонтакте, а второй магазин – сайт NataliMasters.com с огромным выбором самой лучшей пряжи, спиц, инструментов, крючков, чего только нет, проходите на NataliMasters.com. Очень простая система оплаты, доставка по всему миру и система гибкая и оплаты, и доставки. Выбирайте на свой вкус. Сайт устроен так, что вам очень-очень удобно совершать там покупки. И сегодня, дорогие мои, мы с вами поговорим о новинках пряжи, которые, конечно же, вы можете приобрести у меня в магазине. Я буду отвечать на вопросы, которые вы мне очень часто задаете. И хочу для вас сделать обзор на два набора, которые произвели на меня впечатление. Обязательно буду пользоваться и рассказывать вам свои дальнейшие ощущения. Это Джинджер, наборы от Knit Pro. Красивый деревянный, во-первых, набор круговых спиц и чулочек. Хочется мне начать с разговора о большом наборе. Посмотрите, какой крупный чехол. Если у вас есть Чиагу, Ади, какие-либо другие наборы, даже от Knit Pro те же самые, то действительно большой кейс для данных спиц Джинджер. Выполнен он из искусственной кожи. Вот этот материал очень интересный, похож на нубук, тоже искусственный, да-да-да, именно под него, цвета интересного оливкового хаки и немножко поблескивает. И джинсовый приятнейший голубой оттенок, тоже потертый, тоже такой, видите, достаточно изысканный, а дизайн мне набора очень нравится, он практичный, красивый, тяжелый набор. И давайте сначала почитаем, что же нам обещают в таком наборе производитель. Все мы знаем Knit Pro. У меня в магазине полностью вы можете купить все, что производит этот бренд. Бренд недорогой. Я вам честно могу сказать, что это не мой самый любимый бренд, но вот эти новинки мне понравились безумно, поэтому я спешу вам рассказать об этой прелести. Итак, что же... Ой, вот больше всего мне держатель нравится. Ну ладно, давайте обо всем, конечно же, по порядку. Так, полный набор. Во-первых, какие у нас с вами здесь круговые спицы номера? 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 сразу. Хорошо, если было бы 6,5. 7, 8, 9, 10, 12. 6 лесок. 60, 80, 100, 80 и 100 по 2. И 1,60, я так понимаю. Дальше, нет, каждой лески по 2. 12 законцовок, 6 ключиков. Очень хорошо, они теряются. Один набор коннекторов для лесок. Все это мы с вами посмотрим. Необычная составляющая магнит для удержания схемы. И я покажу вам, как можно чехол использовать для этого. И самое интересное, ручка, необычная фишка, и 20 разноцветных маркеров. Вот такой любопытный, интересный набор, то, что нам обещает производитель. Мы с вами обязательно померяем длину спицы, потому что полноразмерная длина мне, как продавцу самых разных спиц, любых практически, всегда интересно. И действительно, Knit Picks, мои любимые инструменты деревянные, Ади, Чиагу, у всех разная длина самой спицы. Да? Бывают покороче, бывают подлиннее, тоже померим, посмотрим и сравним. Разворачиваю чехол. Что же я вижу? В первую очередь мне бросается в глаза ручка и замечательные пуговицы. Я уже понимаю, каким образом вот за эти петельки, перевернув, мы будем делать подставку. Давайте посмотрим на сами спицы прежде всего. Так, возьмем какой-нибудь номер, например, номер 6. Хорошая, очень широкая резинка прошита, удобно. Не нужно будет здесь возиться. Вы знаете, когда какой-то части спицы в некоторых наборах вы их используете в проектах,
то там, где гуляющая резинка, а не пришитая, вы знаете, что нужно немножечко устраивать всякие танцы с бубнами, цеплять. Здесь удобно, у каждого свой домик. Но мне больше всего в этом плане нравится у Чиагу, потому что там кармашки прошиты. Безумно красивое, полированное, сильно отполированное дерево натуральных оттенков. Просто великолепно. Посмотрите, как красиво. И любопытно, что все спицы достаточно разные. Такое, видите, продольное сечение в основном. Отличие от симфонии, от Knit Pro, там, где колечками идет рисунок разноцветный. Отличие от моих любимых Knit Picks, тоже там такой же принцип. А здесь вот в основном такие длинные вертикальные полосочки. Прикольно. Видите, как хорошо отполированы. Кончики идеальные, одинаковые, кругленькие, не тупые, не острые. И прикольно темно-темно-коричневые края. Здесь идеальный стык, но краска нанесена. Наверное, она будет со временем, конечно же, стираться, золотистая краска. Давайте я вам померю саму спицу. Всегда это очень важно. Так, длина вместе с металлическим держателем, вот эта длина 12 сантиметров ровно, и деревянная часть ровно 9. Вот эта деревянная часть ровно 9. Очень важный параметр. Так. Большие какие-нибудь тоже достанем и разглядим. Ух, какие они аппетитные. Так и хочется какой-нибудь плед повязать, когда берешь в руки такие кругленькие спицы. Достаточно они тяжелые. Приятное ощущение. На самом деле они не тяжелые, но просто большой номер, дерево. Очень приятные. Конечно, если сравнивать с теми же Knit Pro Symphonia, видно развитие, видно улучшение в плане дизайна всего. Так, и ручку, конечно, посмотрим. Ручку, это так трогательно. Что же здесь за ручка нам предлагает? А, смотрите, она деревянная, шикарная ручка, вот так выкручивается. Сейчас я проверю, как она пишет. Очень хорошо пишет темно-синим цветом. И я люблю ручки, которые вот так выкручиваются без кнопочки. Классная ручка. 11 пар спиц. И ручка. Так, идем дальше. В нижней части у нас карманчик. И что мы здесь с вами найдем? Мы находим красивые. Очень нравится мне, что все по цвету подобрано хорошо. Лески коричневые с такими же оливково-коричневыми законцовками. Посмотрите, какие металлические красивые детали. Просто черные законцовки, к сожалению, было бы круто, если бы они были коричневые. Сейчас мы с вами все разберем, посмотрим, что у нас здесь. Еще один пакетик. Как любопытно. Металлические маркеры. Ну, я, наверное, обязательно их попробую, но я больше предпочла бы не металлические. Мне кажется, краска, может быть, со временем сойдет. Не так думается, а может быть и нет. Металлический для деревянных спиц. Обычно вяжем на металлические спицы и деревянные маркеры, а здесь вот такие симпатичные. Прикольно, что они таких красивых оттенков, необычные, квадратные. И их 20 самых разных на все номера маркеров. Давайте открывать пакетик. Достаю из пакетика. Смотрите, 6 маленьких пакетов, в каждом ключ и 2 законцовки. Дальше. 1, 2, 3. Каждой длины лески по 2 такие лесочки. То есть у нас 2,60, 2,100 и 2 лески 80 сантиметров. Темно-коричневые. А, кстати, если у вас есть наборы Knit Picks, то идеально подходят вот эти все детальки, лески, коннекторы, ключики и законцовки. Очень удобно, поэтому я тоже себе такой набор оставила, мне захотелось. Так, я вам уже сказала, 6 вот таких пакетиков, набор коннекторов,
Вот они очень удобные. И много ключей. Это тоже хорошо. Давайте все положим обратно, закроем карман. Кнопочки удобные. Теперь рассмотрим верхнюю часть чехла. Что же нас здесь ожидает? Посмотрите, как интересно. У нас есть магниты, которые магнитятся ко всей верхней части чехла. То есть там магнитная вставлена. Вот. Очень здорово. Как это все приятно. Можно и для вышивки использовать. Еще классная магнитная полосочка с дополнительно тремя магнитами. И сюда мы можем какие-то картинки прикреплять, схемки. Прелесть какая. Давайте для этого соберем соответствующим образом подставку. Так, собрала я. Как должно у нас с вами все выглядеть. Посмотрите, как удобно. Ну, как нам на обложке тут предлагается. Вот так ставим. Тут спицы, тут все наши аксессуары, чтобы наслаждаться процессом. И, соответственно, здесь схема. И мы можем с вами все наблюдать, прикреплять, смотреть. В общем, такая идея красивая. Почему бы нет? Интересно. Магниты, кстати, качественные, неодимовые магниты, да, кто понимает, о чем я. Мощные магниты, не черненькие такие, которые ничего не держат, а все держат очень плотно и сильно. Хорошо. Такой замечательный набор. Ну и давайте посмотрим с вами, как же ведут себя спицы вместе с леской. Я люблю такие лесочки. Так, ну прекрасное соединение, хороший стык. Я думаю, вот эту проблему выпадающих лесок, то, что была у Knit Pro, я думаю, она здесь решена. Обязательно буду тестировать и посмотрим на этот момент с вами. Да, все идеально, очень ровное соединение. Мне нравится. Чувствуется прогресс. Красиво. А прикреплять схемку вот таким образом советую. То есть здесь линия, где мы вяжем ряд. Да, полосочка прикрепляется, нужный ряд нам. А снизу тремя магнитами держится сама схемка. Прикольная мысль. Отличный набор. Я вам очень и очень рекомендую, советую. Все ссылки и основные цены на два этих набора я напишу под видео и, конечно же, укажу в первом комментарии. Поэтому нажимайте на белую стрелочку под правым нижним углом. Многие не умеют до сих пор разворачивать, я знаю, описание под видео, поэтому я говорю об этом. Появится инфобокс, там вы все найдете. И в первом комментарии также я прикреплю этот комментарий и продублирую ссылку. А теперь давайте полюбуемся наборчиком чулочных спиц 20 сантиметров. Также здесь искусственный такой нубук. Заменитель кожи, чехол. Какие динамичные решения. Красивые натуральные тона. Как раз мне не хватало такого для коллекции. И здесь очаровательные кармашки внизу, которые дополнительно фиксируют спицы. Удобно пользоваться, удобно доставать. Очаровательные. Тоже прекрасно отполированы. Великолепное качество. И давайте посмотрим, какие номера у нас с вами здесь есть спиц. 2,5. Вот они тоненькие. Прекрасно. 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. И что меня особенно умилило, это кармашек маленький на кнопочке вот здесь. И там хранится классная линеечка для определения номера спиц. И, конечно же, она подойдет вам не только для чулочных спиц, а для любых. Такая симпатичная. Посмотрите, дырочка, ее можно, видимо, носить как медальон. Мне понравилось, что она из прочного, такого толстого пластика. Посмотрите, не как у Чагу, знаете, как будто она бумажная, да? Такая прелестная линеечка. От 2 до 12. Любые спицы можно мерить. Вот я, пожалуй, из этого набора, как дорожный вариант, можно ее с собой возить. Очень удобно, она такая маленькая, кругленькая.
Очень и очень мне понравилось. Тоже прекрасный аксессуар. Так, это то, что касается чулочных спиц. Я вам советую. Удобные кнопки. Все закрывается, открывается. Конечно, каждый набор будет не похож на другой. Видите, какие-то чуть посветлее, вот эти потемнее спицы. Натуральные петливы. Красота. Так, все закрываем. Надежный чехол, очень плотный. Так что советую вам наборы Джинджер. Очень и очень красивые, практичные и классические. Да, мне очень понравились, поэтому я рада, что могу вам предложить такие замечательные спицы в своем магазине. Теперь хочу с вами поболтать о пряже. Вы меня часто спрашиваете по поводу не только хлопка, а про хлопок. Скоро выйдет отдельное видео, сравнительно интересное про хлопок. Сегодня мы с вами не будем говорить о хлопке, мы поговорим о другой пряже. Так, во-первых, про вискозу. Очаровательная пряжа от Lana Gatta. Кстати, фабрика замечательная Lana Gatta. Я весь ее ассортимент скоро выставляю в своем магазине, и вы сможете уже приобретать вовсю этого замечательного производителя. Буду снимать отдельный обзор, тестировать 100% вискозу, которая называется Шуга. Посмотрите, какой небесный оттенок, какое качество. Честно говоря, практически от шелка на ощупь нельзя отличить. Не скользкая, вот прям копия шелка данная пряжа. Так, посмотрите, 50 грамм, 125 метров, спицы номер 4, и можно стирать при такой комнатной температуре, ручная стирка, и даже гладить на единичке. Красивущая пряжа, буду снимать обзор, так что вы меня спрашиваете про вискозу в магазине, вот могу вам порекомендовать данную пряжу и пряжу, которую я уже тестировала и вязала из нее и пробовала. Ну, очень красивая, но другая. Это плоская. Представляю, как она в изделии восхитительно будет смотреться. Похоже на как хлопок Эджита. И вот такая вискозка примула. Помните, летом мы с вами из нее вязали. Красивые оттенки. И в частности, вот этот табачный цвет, мой любимец. Посмотрите, да, какой он холодный, зеленовато-бежевый. 50 грамм, 158 метров, тоже можно вручную стирать. Спицы 2-2,5 рекомендованы. Ну, тут нужно подбирать, конечно, под вашу плотность вязания. Также можно даже немного гладить. И состав здесь следующий. 67 хлопок и 33 вискозы. То есть фактически это хлопок, но посмотрите, как интересно, это хлопок с вискозой, и вискоза здесь перекрывает, мы с вами раскручивали эту нить, видите, как бы обмотано вокруг ниточек хлопка, и поэтому такой блеск красивый. Разная по фактуре пряжа, хлопок с вискозой и 100% вискоза, вот посмотрите. Красота. Так что для любителей вискозы я могу вам посоветовать данную пряжу. Также скоро выйдет мастер-класс по достаточно, в моем понимании, так как я не люблю, ну совсем простые вещи. Выйдет очень простой, красивый сетчатый джемпер из Бельфьоры. Мне нравится эта пряжа безумно. Скоро будет мастер-класс. Почти довязываю я уже изделие. Это вискозный шнурок с махером. Не как в нашей любимой с вами белсаиде с альпакой внутри. Здесь внутри махер. Красивая пряжа. И отличие от белсаиды в том, что такой муаровый эффект в полотне. Вот видите, мраморный эффект. Помимо вот этого блеска, пряжа безумно теплая. Еще дополнительный красивый эффект, который вы можете видеть в полотне.
Так, 50 грамм, 125 метров, прям классический метраж, который мы с вами любим больше всего, в основном. Спицы 6-7, 26 мохер, 62 вискоза, 12 полиамид. Великолепная пряжа, да, переводится как прекрасный цветок. Очень вам советую обратить на нее внимание. Красота, аппетитная, вкусняшка. Сегодня мы с вами не говорим о хлопке. Будет отдельное видео, как я уже сказала. Еще раз обращаю ваше внимание. Вы меня всегда сейчас очень много спрашивают меня вязание для детей, детские вещички, все такое прочее. Советую я вам безусловно вот этот супер люкс от Mitchell. Перуанские, это 50 мериносовая, 6,30 альпака и 20 шелк, 50 грамм, 116 метров, спицы 3-3,5, просто великолепная пряжа, много мы с вами из нее вязали, тестировали, она классная, она не теряет форму, она не скатывается, красивая пряжа, идеальная для детских, для малышей, для детских изделий, для самых-самых маленьких. Или, повторюсь, это кашмир бэйби, тоже. Тоже я вам рекомендую для детей или для таких самых нежных люксовых изделий. 25 грамм здесь граммовка, 80 метров. Так, и состав. Здесь в состав, как вы понимаете, входит кашемир, 16% кашемир. И самая прекрасная экстра файн мериносовая шерсть. Тоже отличная пряжа, очень красиво смотрится в лицевой глади, красиво смотрится в самых простых узорах, подчеркивает их красоту, потому что пряжа объемная. Ну, очень красиво она в полотне, да? И попроще состав, не устаю вам рекомендовать, это, конечно же, линейка Dolly. Три вида есть, Dolly Maxi потолще, совсем тоненькая, Dolly Baby с большим метражом, очень выгодно. Это безусадочный такой меринос, шерсть мягчайшая, вообще обожаю эту пряжу, она очень красиво смотрится в изделии, тоже не раз проверена, 50 грамм, 125 метров, красивая палитра оттенков, обратите внимание, Линдунор фабрика, какой ежевичный ягодный фиолетовый, теплый, обожаю эту пряжу и поэтому тоже вам всегда советую. Это ответы на ваши вопросы, из чего мне связать базовый какой-то свитер, водолазочку, ребенку. Вот самая такая роскошная рабочая лошадка. А потолще тоже я вам показывала еще одна пряжа, в которой очень и очень красиво все смотрится. Кто любит ниточку потолще, это фул. Это также супер вош, это безусадочный меринос. Красивейшая пряжа, и она супер нежная, супер приятная. Еще раз вам скажу, как я стираю изделие из мериноса. 50 грамм, 90 метров. Спицы здесь рекомендуются 5-5,5, мериносовая шерсть. Можно стирать при 30 градусах. Вот смотрите, как же стирать чаще всего? Каждый день мне задают такой вопрос, как вы стираете вещи? У меня расползаются из мериноса вещи, как сопельки. Конечно же, когда вы стираете, во-первых, у вас должна быть чуть теплая водичка. Я стираю всегда руками, никакой речи здесь о машинной стирке не идет. С каким-то мягким шампунем, человеческим, да. Либо могу использовать ласку, пожалуйста, да, немного только. Этого средства постирали. Точно в такой же воде, ни в холодной, ни в коем случае, не дай бог горячей, вы аккуратно прополаскиваете, не выкручиваете, не выжимаете это само собой, вот так вот чуть-чуть. Потом вы это мокрое изделие, не отжимая практически, раскладываете на полотенце. Мне нужно для стирки одного изделия 3 полотенца. На первое я раскладываю, вот оно такими соплями у вас как бы изделие, да, растягивается меринос, ничего страшного, быстренько его разложили на полотенчике, закатали в сосисочку, таким образом первый отжим происходит. Тут же раскатываете, вынимаете. На следующем полотенце, сложенном в два раза большое полотенце, вы вещь ровно раскладываете, собирая ее пальчиками, придавая первоначальную форму. Она так и высохнет в этих размерах, которые вам нужны. И через какое-то время, когда вниз водичка тоже вся сойдет, полотенце впитает, я через какое-то время, через пару часов, я меняю это полотенце на третье. И точно так же по форме раскладываю изделие.
И в этом случае, естественно, у вас изделие, если вы его вяжете из 100% мериноса, оно никогда не потеряет форму. Я много раз из 100% мериноса вязала, и я всегда так поступаю. Даже если это шапочка, я так поступаю, а тем более, если это плечевое изделие. Годами вещи служат, и такой качественный меринос, он почти не дает никаких катышек, затертости и так далее. Тоже проверено. Много я вязала для деток, когда они маленькие были, и вот рассказала вам, но буду отдельное видео снимать. Так, выставила я обязательно тоже в магазине Zara, потому что популярная пряжа от BBB. Да, основные фабрики, которые у меня в магазине, это BBB, конечно же, Phil Italy Lab, BBB Filati, Lana Gatto, Mitchell Перуанская и Lindo Nor. И всю пряжу, любую, вы можете спросить, если что-то еще у меня в магазине не выставлено. Zara, конечно же, уже есть. Пожалуйста, выбор огромный для тех, кто все-таки, может быть, любит в машинке постирать, сушить как-то вот попроще. Здесь вы можете практически, ну я, конечно, утрирую, хоть на веревочку вешать, сушить, потому что это полушерсть, 50 акрил, 49 меринос, спицы 2,5-3, полушерсть. И популярная пряжа Zara. Вы меня просили, пожалуйста, есть она для вас. Так, вот этот красивый припыленный цвет 1508. Такой теплый розовый, но не неприятный. Красивый подтон теплый. Далее немножко тему хлопка все-таки затронем. Как без этого? Все-таки была примула. И посмотрите, так, мы ждем поступления очень популярного, здесь неправильно, кстати, итальянцы указали граммовку, на самом деле гораздо метража меньше в этой пряже, чем указано, совсем немного, но я хочу вам такой лайфхак посоветовать. Да, трили — это пайетки с хлопком, а пайетки, кстати, голографичные здесь, и они покрупнее, чем в той пряже, которую я вам сейчас покажу. Хлопок с такой ниточкой соединен, да, и получается роскошная наша любимая трили. Но вчера был мастер-класс, уже последний, да, второй заключительный по моему топу из любимого Эджита, который я соединила с пайетками. Получается то же самое, что трили фактически. Это спешите, почти, кстати, все разобрали. Это великолепная. Великолепная от Lana Gatto пряжа с пайетками, чтобы вы добавляли к махеру, к мериносу, к хлопку. Тут они очень маленькие. Так вот, посмотрите, они меньше гораздо, чем трили. Вот, в два раза меньше. Трили они маленькие, а здесь миллиметровые пайеточки. Они на синтетической основе, так и называются пайетки. Красивый серебристый цвет. Сейчас я вам покажу еще, например, такой восхитительный, ух, такой более розово-красный оттенок, более розовый, с розовыми пайетками, но это вообще какая-то красота. Так что спешите, осталось совсем немного этой пряжи, совсем немного цветов, но добавлять ко всему очень сейчас это актуально, популярно, в тренде и так далее. Пользуйтесь такой возможностью. Вы знаете, эта пряжа, она просто классная, потому что пайетки настолько дают деликатнейший блеск, они микроскопические, они никоим образом вас не будут колоть, вот совсем вы не будете чувствовать, потому что я топ связала себе для отдыха. Здесь, кстати, не голографические пайеточки, просто малюсенькие блестяшки. В общем, деликатный блеск, полное отсутствие колкости, но они достаточно часто, видите, часто нанизаны. Очень красиво, поэтому мы можем такой эффект создавать сами. И вам совсем не обязательно, вот совсем не обязательно, чтобы цвет пряжи полностью соответствовал. Вот, например, раз, можно с бельфьора смешать такую серебряную нить и с пайетками. Представляете, какой шикарный эффект будет. То есть не обязательно совпадение по цвету. Например, можно к фиолетовому темно-синие вот такие вот палетис, да, приобрести. Или красные к розовой пряже добавить. Да, вот такие розово-красные. Даже интереснее будет, если ниточка с пайетками, она будет темнее. У вас будет эффект глубины в пряже.
Вот как вы видите, здесь тоже меланжевый эффект, и синтетика, она светлее, чем холодный-холодный такой тауп бежевый в данной пряже. Поэтому отдельно пайетки буду расширять также ассортимент этой блестючей красоты. И будем с вами комбинировать и достигать красивых эффектов легко и просто. Я добавляла данный оттенок Lana Gatta. Немножко рассыпаются клубочки, аккуратнее. Ну, легко распутать. Посмотрите, это такой шнурочек. Это не одна нитка, а такой тонкий-тонкий шнурок, и в него вплетены пайетки. А к 78-му цвету Эджита. Видите, тоже есть небольшое отличие, ничего страшного, наоборот, глубина, красота, можно творить, создавать. Для чего еще мы это можем использовать, такую прелесть? Вот, посмотрите, да, кис Махер, который тоже вам так понравился, и еще какие-то, по-моему, немножко еще цветов осталось. Посмотрите, здесь же то же самое, такой эффект, ярко, более голубой шнурок с такими же пайеточками, он вместе с Махером просто переплетен и... кид-махером. Получается такая восхитительная красота, которую мы можем, имея такую пряжу, создавать сами. Это могут быть шарфы, да, я же шарф и шапочку сейчас вяжу из этой пряжи. Это могут быть шапки, шарфы, снуды, шаль восхитительная, если добавить пайетки. В общем, все-все-все расцветает. Если вы любите блеск, этот прекрасный эффект, то, конечно же, пожалуйста, его используйте. Так, сегодня у нас с вами было пряжно-инструментальное видео. И еще вы меня просили сравнить оттенки. Посмотрите, я вам хочу показать, да, на примере нашей с вами любимой пряжи Бернини. Какое же роскошество именно в этой линейке оттенков. Так, шаль метаморфоза мы с вами вязали в осенних тонах. Из данного 7-го оттенка холодных розовых я довязываю шаль интрилак платочной вязкой. Есть у меня на канале, да, это 7-й цвет. Бернини, 4-5 спицы, 150 грамм. Можно стирать при 30 градусах. И это восхитительное, мягчайшее, абсолютно не колючая итальянская вот такая шерсть ровница. Новинка осени 2019 года. Просто пряжа бомба, которую я обожаю. И посмотрите, сколько прекрасных оттенков в этой линейке. И есть, например, вот такие холодные розовые переливы. И есть теплые розовые переливы в каждом мотке. 150 грамм моточек в каждом мотке, длинный градиент, когда вы будете вязать, он очень-очень плавный переход в этой пряже, он супер плавный, вы можете из центра клубочка вязать или, как обычно, с края. Посмотрите, сколько у вас сначала будет идти один тон, сложные тона, изысканные тона, просто для вещей люкс. Что из такой пряжи вязать? Тоже все, что угодно, но достаточно простое. Кардиганы, свитера, платочная вязка, жемчужная, резиночки смотрятся прекрасно, и, конечно, лицевая изнаночная гладь. Посмотрите в обзоре, на втором канале у меня есть вся палитра, я смотрю и показываю длинные вывязы, как в полотне выглядит Бернини. Это переход плавный из одного оттенка в другой, но при этом немножко есть какие-то такие в сторону уходы, иногда какие-то красивые переливы и вкрапления, видите, сложных оттенков. Вот я вам на примере показываю, какая же красота холодная семерка, холодные розовые. И это 10-й цвет, например, если вы теплый цветотип, если вы весна, если вы осень по цветотипу, вам подойдет 10-й оттенок, потому что это теплые розовые, но тут совсем мы не говорим с вами о какой-то, да, то есть вот для осени идеально. Посмотрите, есть даже кораллово-оранжеватые тона, теплые, зеленые вкрапляются. То есть, по сути, посмотрите, это розовый, но даже немножко кое-где зеленого есть. Ну, восхитительная пряжа. И так там происходит со всеми цветами. Несколько синих есть, тоже синие, теплые, синие, холодные, зеленые, осенние. В общем, просто необыкновенная красота. Необыкновенная. Буду я с вами уже прощаться. Всем всего самого вкусного пряжного, вязального. Наслаждайтесь своим хобби, дорогие мои. Прощаюсь с вами до завтра. Завтра нас с вами ждет прямой эфир, который теперь будет проходить в 8 часов по пятницам.
Будет, как всегда, очень интересно. 2 часа живого общения. Обязательно будет анонс, я объявлю тему. И, как всегда, готовьте ваши вопросы, будем отвечать, общаться. С сегодняшнего дня в моем магазине будут продаваться, наконец, бьюти-боксы весенние. Так вы все этого ждали. И с сегодняшнего дня, наконец, вы сможете их приобрести, что очень и очень радует. Ну и скоро из пряжного вас ждет интересное видео, где мы с вами посмотрим в одном формате, в одном ролике самые разные хлопки, сравним их и поговорим, что из них вязать, какой хлопок лучше, для чего подойдет, толщина, поведение в полотне и так далее. Все, я с вами прощаюсь, целую, обнимаю, все, пока-пока.